Все в школу пошли, меня перевели на домашнее обучение. Позвоню-ка я Лизе и Алене, погуляем. Этот абонент кинул вас. Чего? Че слышишь, трубку положи! Че, подружки кинули? Чувствуешь, ветерок пошел. Это ветер перемен, теперь я буду над тобой издеваться. Как же приятно. Слышишь, ветер перемен. Мне не нужны друзья, вот я вот творческая личность, умная. Я сама придумаю себе друзей. Воображаемый друг. Так, кого же сделать? О! То, что надо. Ты теперь будешь моим новым другом. Ты как? Да, ну да. Ну что, пойдем погуляем? Че ж ты не видел мой телефон? Позвони! Это кто? Я нашла телефон! Подними чуть-чуть повыше, пожалуйста! Нет, такой друг мне не нужен. Тупая игра! Че, как пристал? Light sun! Точно, моими друзьями будет солнце и луна! Йоу! С вами будет весело! Я разобью окно! Я разобью окно! Я уже звоню в службу спасения! Служба спасения слушает! Мы не можем достать нашего друга из машины! Клянусь своим загаром! Я сейчас вынесу это стекло! Да ничего ты не разобьешь! Ты можешь поранить его! Пожалуйста, попросите мамочку успокоиться. С ее ребенком будет все хорошо. Это парень. Правда? Не переживай, Ксюша, солнце тебе поможет. Сэр, пожалуйста, проверьте. Дверь открыта? Проверь дверь, дверь проверь. Да она заперта, заперта. Ой. Полчаса, поэтому успокойся. Он так смешно танцует. Да? Мамочки! Прикольно танцуешь, солнце! Super Idol Dicharo, domain me do ten by each on with the M1, domain me do one. Rei biling with do do di, di did sing chin da chon lu su e. Крем от загара? Зачем тебе крем от загара? Сейчас же вроде не лето. Нет, свидания с девушкой, солнце. Пойду открою. Стой, не открывай, я забыл намазать лицо. Принеси холодненького, пожалуйста. Я же тебе говорил, не надо было открывать. О! Я знаю, что вы здесь. Вы от меня не сбежите. Ой, ничего не видно. Нам конец. Почему? Потому что я не вижу цифр на кодовом замке. И не смогу открыть дверь. Слишком ярко. О! Возьми фонарь, с ним будет видно. Что за прикол? Ну класс.
Слушай, Луна, я тебе не то что не доверяю, но ты точно попадешь в яблоко? Конечно попаду, не бойся, я ж мастер по стрельбе из лука. Есть, правда, один маленький недостаток. Ты решил мне об этом сейчас сказать? Он, правда, редко проявляется, и я могу неожиданно уснуть. Я жив, ура! Горяченький супчик сейчас поедим, ух! Все, спать хочу! Пойдем гулять? Пошли! Подожди, я проверю. Тут снег и скользко. Я сейчас. Пойдем кататься. Все, хочу спать. Куда собрались? Тут кино ужастиков не для вас. Чего? Мы вообще-то взрослые. Да, вот тогда подойдите к этому метру ужастиков. Эй! Да ты мелкий! Давай ты! Эй, так нельзя! Снимай давай маску! Ха-ха, да вы оба мелкие! Вам только смешарику смотреть, а не ужастики! Ой, я билет, кажется, дома забыл. Ну сейчас я попробую пройти. Извините, я билет честно купил. Вы нас пропустите в кино. Ты кто такой, чтобы я тебя пропускала, а? Ты красавчик. Что? Не поняла. Иху! А? Чего? А, ты ноги массируешь, Хаги-Ваги? Эй! Хоу! Мои брови, ресницы! Не могу тебя тут достать, когда в игре достану. Я что, в игре? А вот и Ксюша, ну все, тебе конец. Игра, и ты мне тут ничего не сможешь сделать.
Блин, ну и зачем я тогда вообще зашла в эту игру? Не поняла. Ха, а это мой прикол. Шлем склеим, не скоро снимешь. Что происходит? Ах ты, ну все, тебе конец, мелочь пузатая. Привет! Добро пожаловать в мой звездный сад! Давай поиграем! Буду жить! Предложите! Так, стоять! Значит, игровые персонажи могут до тебя дотронуться! Это кто такая? Это так, кого нельзя называть! И кто это? Моя старшая сестра. Это она. Вы где? Выходите. Я вас не обижу. Я ее боюсь. Надо выключить свет. И к нам придет луна. Нет, только не выключи свет. Вот ты где. Боишься темноты, мелкая? Нет! Ты кто такой, блин, Далицей? Диана, беги ко мне! Блин, я, кажется, застряла. Ты чего, хорош, давай, да помоги-то мне! Ты зачем так отъел? Жирочки свои подожми! Ты такая жирная, что тебя даже бабушка перестала кормить! Не неси, ешь, лучше тащись! Чекпоинт? Что такое чекпоинт? Ладно, хорошо. Не нажимай на чекпоинт! Не поняла. Ты нажала последнее сохранение! Не стой, беги! Я игрок. Руки. Мы в игре хаки-ваги! Что за хаки? Ваги! А это что за наряд такой? Вообще, наверное, поплейтайм. Чем такое маленькое? Не платье маленькое, кто-то любит просто колбаску по ночам пожевать. Чего за моей спиной кто-то есть? Он что ли хаки-ваги? Moments later. Круто, я прошла игру. Открыла все секреты. А вы тоже, ребята, любите открывать секреты? Вот вам секрет. Кто поставит лайк под этим видео, то будет точно такой же чемодан денег. Не верите? Поставьте лайк и через месяц увидите. Вам обязательно попадет денежка. Скорее ставьте лайк. Спасибо, Диана, что отвлекала Хаки-Ваги. Блин, Диана! Беги, Диана! Я иду на помощь! Нет, я опоздала, Диана! Ты стала куклой! Это все моя вина, Диана! Стань человеком, ну пожалуйста! Точно, надо как в сказке. Поцеловать тебя, и ты станешь человеком! Ну что, Диана, ну же! Ты можешь тише! Диана, ты жива! Тише ты, я тебе говорю! А что ты делаешь?
массажем, а ты тут орешь. А, ты ноги массируешь, Хаги-Ваги? А ты поцеловала куклу. Никому ни слова. Никому ни слова. Отлично, давай уже бежим из игры, я уже все прошла. Я не могу, если я перестану, то вот. Не сиди. Вот массажер, нашла секретки. Ты поймала нарушителя. Молодец. Кто я? А, да, точно. Ты что, подыгрываешь? Спасибо, Саня. Отлично. Теперь мы заберем его. Это наша забота. Это тебе с моей моноброви. Да ты же моя сестра! А ну стойте! У вас батарейки упали. Ой, ой, это мое, извините. Посмотрим, как ты Вера очки снимешь. Они же на клее. Держи подставу, подстав. Мои батарейки! А, я говорю, надо было на скотч приклеить. Выходим из игры. Ой. Ты сейчас тебе помогу. Что это за это? Надо помогать. Хорошо, давай еще три. Супер, выглядишь потрясающе. Правда? Фух, ну это хорошо, то у меня сейчас свидание с Максом. О, а это он, я пошла. Она меня прибьет. Привет, Макс, как дела?